Так. Беготня в образе мистика. Непривычный класс, я еще пока ничего не разбираюсь. Что брать, что не брать. Ну, так понимаю, пушка как бы must have. Наверное... А, гибельные метки я взял, да. Вот. Воронку я попробовал, вообще ни о чем, такое чувство. И вроде пушка тоже не нужна, потому что есть посохи. Короче... Да, и щит. Щит, наверное, слабенький. Потому что... Когда я встретился с большими скелетами, они так неплохо так меня, ну, как сказать, пробивали этот щит, то есть вообще ничего практически не защищал, не знаю, сейчас сравню с темным заслоном, вот здесь сбиваемся посильнее. Ну и вес, наверное, соответственно. О! Ничего себе, он еще и тяжелее. А чё так? Ну тогда давайте. Берем темный заслон. Так, а... Так-то пушка самая мощная, по-моему, у меня вот эта вот палец. Ну, мечи, да, мечи посильнее. Но там еще и магия на нем, поэтому... Хватит орать! Тихо! Чё за... С ума сходит утром. Кладем щит. Ну что, лучше не надо. Как всегда, я забыл посох. Выложил его благополучно. Когда все скидывал. По-моему, вот этот я брал. If there is aught I can do, only a strong prayer, take... Ну, вот. Хотя по форме он мне не очень нравится. Слишком какой-то мощный. Но, раз то, что он мощный, мне как бы я это и не стал. Так, ну сейчас надо... Что надо? Надо проверить. Как-то все это. Кого-нибудь. Побить кого-нибудь. Еще может прокачаться. Может прокачаем что-нибудь. Угу. Угу. Что такое? Что тебе с утра надо? Молчи. Просто я не знаю, что происходит с котом. Видимо, он понял, что я записываюсь, ему тоже захотелось. О! Я смотрю, прокачка пошла. Всё. Не зря пришел, как говорится.
Так. Паучки. Есть мод, который убирает пауков в игре. Я не знаю, почему так сделали мод. Сейчас посмотрим, как нам невидимые метки действуют. Вот эти. И мы никак не действуем. Классная штука. Тоже не работает. А вот взрыв флакон должен хорошо работать. А ребят стал от меня. Ух ты, идиот. О, он меня сейчас огнел. Тоже по ним попадает. Ну да, что-то огонь слабо дамажит. Взрыв флакон-то получше, конечно. Ну и обычно так стоим. Только они начинают вот это делать. Взрыв флакон. Бэнкс. Проблема в том, что взрыв флакона больше нет. Да. И, соответственно, порадовать этих ребят больше особо нечем. Ну чё ты присосался ко мне? Кто-нибудь что-нибудь сделает? Ну давайте сбейте его уже. Опять что ли? Да, может, не один. Ты меня останешь, ну? Просто присосался и сидит на мне. Никто его, главное, сбить не может. Ну... Блин, я думал, будет легче с ними справиться. Thank you.
Чего он там идет? Зачем мне только урона не идет? Ладно, сейчас по-моему не суть урон. Сейчас такой урон не суть, что мало не покажет. Вот, стал. Ну, здесь как правило нужно не а, нет, нет. Так. Кажется, я пришел. Конец. Конец. Панацея. Да, блин. Ну, как всегда. Блин, вот только их не хватало здесь. Так, сейчас немножечко подсветим. Есть. Странно, почему он не заморозил. Заморозил, конец. Да, блин. Мощный парень, мощный парень, мощный парень, мощный парень, а? Замерз, не замерз, не замерз. Так, что мы с ним тут? Ну, так-то... Так-то неплохо вроде бы. Чё будем? Чистую ткань тебя. Готов.
Парень хороший вообще. Ой, какой урон маленький. Это просто что-то с чем-то. Ну, он так нормально шарашит по мне. Это я холодом фигачу. Понятно. Бесполезная фигня. Бесполезная фигня. Блин, ой, как всегда, просто вот как всегда. Себе я еще поживу. Ой, сейчас удар будет.